CRISPR – это технология, построенная на двух ключевых молекулах для редактирования генома. Первая молекула, Cas9, работает как биологические ножницы. Она вырезает часть ДНК в конкретных секторах, которые нужно отредактировать, удалить, модифицировать или встроить новые. Другая молекула, энзим, действующий как GPS, она направляет ножницы Cas9 в нужные точки ДНК, где проводится редактирование. В сентябре 2021 года были проведены два отдельных эксперимента с CRISPR, и уже есть результат, удалось вернуть человеку зрение. Один из пациентов буквально через месяц после лечения снова начал видеть цвета впервые за много лет, случайно заметил проехавшую мимо красную машину. В ходе экспериментов впервые использовали инъекции. Обычно исследователи удаляют больные клетки из тела пациента, редактируют их в лаборатории и вводят обратно. Этот прорыв обещает более безболезненное лечение для страдающих от генетических заболеваний. CRISPR можно использовать для моделирования суперлюдей еще в младенчестве. Уже можно редактировать геном эмбриона так, чтобы ребенок родился красивым, с идеальным телом и гениальным мозгом, и чтобы прожил дольше. Единственное, что пока не позволяет нам перейти черту, порядочность и международные соглашения. Впрочем, рано или поздно кто-нибудь нарушит правила, ко всеобщему счастью или ужасу. Ну, потому что мы, люди, постоянно так делаем.